Я думаю, что, так сказать, основная трактовка того, почему Сергей Семенович решил выступать сам, а не от лица «Единой России», она известна. Я не буду ее повторять. Думаю, что эта трактовка верна. Мне кажется, что его авторитет, поддержанный реально руководителем страны, он достаточен для того, чтобы добиться победы на выборах самостоятельно и не зависеть здесь, так сказать, от неких партийных структур. Конечно, шансы Собянина на данный момент очень велики. Я думаю, что нет ничего, что могло бы, так сказать, изменить предсказуемый результат этих выборов. Другое дело, что касается Ивана Ивановича Мельникова как представителя КПРФ, ну, для КПРФ это будет просто подтверждение их нормального традиционного результата. Я думаю, что свои процентов, так сказать, 20 они соберут, а на больше они, видимо, и не очень рассчитывают. Поэтому я думаю, что результаты выборов, они предсказуемы и, в принципе, всех устроят. Что касается Навального, то я думаю, что протестный электорат мог бы за него проголосовать, но в любом случае в Москве вряд ли он соберет больше, так сказать, традиционных 7-9%. Это как бы наилучший расклад.